Здорово! Набирай зеленое в шприц вещество. Получается, какие-то червяки. Это триумф сумасшедшей науки. Не понял. Всем привет, вы на канале Обнимашки с Машей. Сегодня ко мне пришел в гости Левочка. И Левочка пришел не с пустыми руками. Он для сестрички и для девочки принес красивые цветы и кактусы. Лёва, какие красивые цветы и кактусы! Маша, это тебе! Спасибо, Лёва! О, а я знаю, что это за цветочки. Их поливаюсь, и они вырастают. Не понял? Это такие цветочки, как шарики арбиз. Или как растущие динозавры. Их нужно поливать, Машенька абсолютно права. И они будут расти, расти и расти. Ну что, польете их? Да, польем. Набираем водичку в шприц. И поливаем красный цветочек. Поливаем горшочек. Вот так. Голубой, следующий. Дырочку вставляем в шприц и заливаем водой. Теперь зеленый. А теперь розовый. И желтый. Эти кактусы и цветочки, они будут расти 3 дня. А пока они растут, мы похимичим. Здорово! А что же мы будем делать? Полимерных червей. Отлично! Это набор вот это научные развлечения. Сумасшедший ученый! Мы сумасшедшие ученые. Вы сумасшедшие ученые. Да. Готовимся к опытам. Это мой помощник. Ну вот, мы с Левочкой подготовились к опыту. Отлично. Доставай, открывай и доставай. В набор сумасшедших ученых полимерные черви входят инструкция, альгинат натрия, шприц, хлорид натрия и краситель. Вливаем 2 стакана воды и добавляем 4 ложечки альгината натрия. Хорошенечко все перемешиваем до однородной массы. Добавляем краситель, в нашем случае зеленый, яркий, сочный, и перемешиваем его тщательно, хорошо, красиво. Отставляем. Берем 2-ю емкость, наливаем туда тоже 2 стакана теплой воды и добавляем 2 ложечки хлорида кальция. Это очень аккуратно нужно. Размешиваем, пока в каждый кусочек не растворится в водичке. Теперь все готово для опыта. Начинаем! Итак, мы уже выполнили всю подготовительную работу. Осталось только сделать червяков. Здорово! Набирай зеленое в шприц вещество. И теперь мы это зеленое вещество выдавливаем в прозрачную жидкость. Получается, какие-то червяки. Как будто какая-то там личинка. Где? Вот это? Вот это, Маш. Дайте мне. Или гомункул. Маш, смотри. Смотри, пугайся, мам, человек. Какой страх. Ой, я его уронила. Нашим детям очень понравилось. Смотрите. Этот опыт. Но делать его можно только со взрослыми. Тут опасные химические ингредиенты. И всю опасную часть должен сделать взрослый. А деткам уже можно поиграться в промытой воде
Ну а теперь мы будем прощаться. Всем пока. И подписывайтесь на канал Обнимашки с Машей. И ставьте лайки. И пишите в комментариях, любите ли вы полимированных червей. Или не любите. Тогда тоже пишите в комментариях. Нам очень интересно. И химические опыты. С сумасшедшими учеными. Вот люди поймали. Послушала. Ну что ж. Мы сделали червей. Теперь можно их достать и пугать окружающих. Это триумф сумасшедшей науки!